Добрый день. К сожалению, Кирилл Юрьевич отсутствует, но я вас уверяю, причина достаточно уважительная. Он делегировал мне полномочия представить Калининградскую область, поэтому прошу ваше внимание. Заранее извиняюсь за краткое представление Калининградской области. Если бы мы сегодня с ним составляли эту презентацию, я думаю, она бы была бы значительно шире. Вот, мы, просмотрев и прослушав презентации коллег из других регионов, сделали для себя соответствующие выводы. Ну, немного по географии Калининградской области. Являемся субъектом Российской Федерации. Самая западная и наименьшая по площади область России. Площадь нашей области 15 тысяч квадратных километров. И если вычесть из сухопутной площади, вернее, из общей площади площадь Курского и Балтийского заливов, она составляет всего лишь 13,3 тысячи квадратных километров. Численность населения 968 тысяч человек. Является эксклавом, потому что после распада Союза не имеет сухопутной, полуэксклавом точнее, потому что не имеет сухопутной границы с Российской Федерацией. Ну, источниками регистрации, да, надо сказать о том, что мы пользуемся программой, предоставленной НИИ Петрова и Новил. И онкорегистр работает на базе областной, входит в состав, значит, отделения статистики областной больницы, потому что на сегодняшний день самостоятельного онкодиспансера как структурной единицы учреждения здравоохранения нет, и он базируется на базе областной больницы. Ведется строительство, вот Кирилл Юрьевич Баринов занимается этим, и в ближайшем будущем, надеемся, будет выделено в отдельное структурное подразделение, будет самостоятельно функционировать уже как отдельное учреждение здравоохранения. Источниками регистрации, ну, я думаю, что последующие слайды, они ничего нового не дадут, потому что мы работаем все по одной программе и пользуемся одними и теми же источниками. У нас с вами одни и те же проблемы, как в методах сбора информации, так и по методам, ну, решения этих проблем. На следующем слайде видно ведущие локализации у женщин и у мужчин. Как видно, вот у женщин молочная железа, кожа, тело матки, а мужчины – это в первую очередь заболевания легких, предстательная железа, ну и по убывающей. Решение проблем. Ну, дело в том, что у нас такие же проблемы с кадрами, как и во всех регионах. Вот, такие же проблемы по предоставлению нам в наш популяционный раковый регистр информации из клинических регистров, потому что большая задержка передачи документов. Вот, не полностью отражены все данные, которые необходимо было получить. И те районы, которые, ну, они не очень удалены, область небольшая, но тем не менее отсутствие кадров врачей, онкологов, затрудняет передачу информации в полном объеме. Вот. Поэтому у нас с вами одно и то же. Благодарю вас за внимание.